Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал Alex's Reaction, и сегодня посмотрим мы с вами клип Джо Юри, Love Эбли называется клип. Если ничего не путаюсь, также оставляйте свои комментарии, что думаете по этому клипу, понравился он вам, не понравился. Вот, корейский клип, поэтому давайте посмотрим, перейдем. Если что-то где-то неправильно сказал, поправляйте меня. Очень прикольная была сцена по поводу медведя. Я не знаю, парень хотя бы раз выстрелил из своей рогатки или нет. Очень-очень интересно, потому что вот у нас Джо Юри, я так понимаю, это как раз она. Вот она стреляла, получается, из типа снайперской винтовки и, соответственно, поразила все цели, шарики. И, соответственно, получили вот этого огромнейшего медведя. Главный приз за меткость. Но парнишка, мне кажется, он вообще ни разу не попал. И вообще стрелял ли он, вот вопрос. Оставляйте свои комментарии, но мы продолжаем дальше смотреть клип и, соответственно, его слушать. На самом деле очень интересный городок, такой маленький, кажется, как будто он, не знаю, какой-то сказочный, и постоянно в нем какие-то происходят какие-то чудеса. Вот, поэтому, блин, ну что классно, вот с пузырями, конечно, вот это вот тоже прикольно, то, что вот эти баблы разлетались везде-везде, такой вот салют, просто я не знаю, как это объяснить, как это написать, короче, было очень много, просто очень много вот этих мыльных пузырей, позитивный, хороший клип, в принципе, который можно посмотреть, кей-поп, почему бы и нет, веселый, да, поэтому поднять настроение, в принципе, клип сам дает тепло, дает сказочность, дает какое-то вот что-то такое, позитив и положительную энергетику. Поэтому посмотреть и зарядиться вот этим положительным всем вот этим, да, то есть посмотрев клип можно. Что можно еще сказать?
Поэтому все, что остальное досказать, вы оставляйте в комментариях, пишите, и я, соответственно, это дело все прочитаю, залайкаю, и, соответственно, вы это увидите. Вот, на сегодня это все, ребятушки. Вам хорошее настроение, не хворать, не болеть, горе не знать, подписываемся на канал, да, и нажимаем колокольчик, чтобы не пропускать оповещения о клипах. Всем хорошего и всем всего пока-пока.